Простите. Руни, я дома. Дай лапу. Другую. Ты выйдешь за меня? Я должна тебе кое-что сказать. У меня аллергия на собак. Есть простое решение. Какое? Не женись. Не обязательно, чтобы это был член семьи. Просто найди хорошего человека. Если в семье есть собака, у детей формируется крепкий иммунитет. Я всегда мечтал завести золотистого ретривера. Не садитесь! Секунду. Вы чего? Я терпеть не могу шерсть. У нашего следующего кандидата раньше была собака. Дядя? Мне нужно будет скоро уехать в Бостон. Ты единственный, кому я могу доверять. Руни? В Сеуле мы не найдем дом с участком, где собаки могли бы бегать и играть. Что у нас тут? Как у кого-то рука поднялась бросить этих щенков? Нам нужно любой ценой уговорить ее, иначе это будет катастрофа! Когда нужно пристроить Руни? Я уже не уверен, что это правильное решение. Семья должна преодолевать все испытания и трудности вместе. Снимаю улыбочку. Что ты делаешь? Слушай, ты должен это попробовать. Так, секунда.